Re, весь этерс ирте. Треску не трогать. Квоты на вылов трески на востоке Балтийского моря на следующий год уменьшены на 92%, то есть вылавливать можно будет всего 2000 тонн. При этом разрешен только прилов, что фактически означает запрет на бизнес по лову трески. Что это значит для Латвии? Ситуация с ресурсом трески в Балтийском море очень плохая. В принципе, индустриальным объемом уже нельзя его ловить. Просто нету рыбы. И та же та, которая есть, явно, что есть какая-то болезнь. Но в данный момент ясно, что те, которые, у которых это был основной бизнес, в принципе, эта активность закончилась. Те, которые полностью ловили треску, это, ну, скажем, 7 кораблей. Да, если считать тех, у которых треска была очень важным процентом, это там дюжина, да, 12, по-моему, кораблей. Тем не менее, вполне вероятно, что компании и рыбаки получат компенсацию. Для покупателя трески ситуация не изменится. На прилавках хватает рыбы из других морей. На заседании министров сельского и рыбного хозяйства ЕС в Люксембурге были также утверждены и другие квоты на вылов рыбы в Балтийском море на следующий год. Например, квота на вылов сельди в Рижском заливе увеличена на 11%, а на вылов лосося в основном бассейне Балтийского моря уменьшена на 5%.